Что влияет на успех дела, за которое вы взялись? Непреодолимые обстоятельства, уровень полученных ранее знаний и умений и, конечно, собственная мотивация на успех. И причем в основном это зависит именно от внутреннего настроя, поэтому чтобы добиться успеха в работе и в любовных отношениях, важно себя правильно замотивировать. Есть несколько легких, но эффективных способов это сделать и добиться успеха во многих сферах жизни. Станьте оптимистом. Берясь за очередной проект, отправляясь на экзамен, всегда помните, что наши мысли способны материализироваться. И если вы думаете, что неудача возможна, она обязательно произойдет. Чтобы этого не случилось, нужно гнать прочь все плохие мысли и настраиваться исключительно на хорошие. В этом случае неплохо будет найти в день несколько минут и подумать о том, какой успех вас ждет. Чем детальнее вы нарисуете себе эти картинки, тем быстрее задуманное осуществится. Рано просыпайтесь. Люди, добившиеся успеха, в самом начале пути вряд ли спали до 11 часов утра. Поэтому психологи советуют всем, кто мечтает об успехе в жизни, ставить будильник на 6 часов утра, даже в выходные, и встречать каждое утро в прекрасном настроении. Тогда у вас будет хватать времени подумать о хорошем, успеть сделать все запланированное и заняться саморазвитием. Постоянно двигайтесь. Движение – это успех. Поэтому действуйте и никогда не останавливайтесь. Составьте план, что вы хотите сделать. Презентовать начальнику свой проект, выучить шведский язык, похудеть на 10 килограмм, прочитать какую-то книгу, научиться готовить пасту. Напишите список всего, что вам интересно и нужно. Это могут быть не только рабочие планы и цели. Ведь если вы выучите еще один иностранный язык или прочитаете книгу, которая уже второй год пылится на полке, ваша самооценка вырастет, вера в себя станет еще больше, а значит появятся душевные силы сделать что-то полезное для своей карьеры. Всегда видьте цель. Успех приходит к тем, кто хорошо представляет его. Вы должны понять, что станет для вас настоящим успехом сейчас и превратить это в свою цель. Покоряя профессиональные вершины, планируя задачи на следующий день, нужно понимать, во имя чего все эти старания. Иначе жизнь превратится в гонку и постоянное доказывание чего-то себе самому. Позвольте себе добиться успеха, а потом выдохните, снова представьте новую цель и двигайтесь к ней. Принимайте любые неудачи с благодарностью. Измените отношение к собственным промахам и ошибкам, которые обязательно будут. Это не конец жизни, а опыт и повод начать совершенствоваться в своем деле. Только набравшись опыта и набив немало шишек, можно добиться успеха. В случае любой неудачи не отчаивайтесь. Помогайте людям. Идя к своей цели, всегда помните о ближних. Помогая людям, вы становитесь мудрее и набираете сил, необходимых для достижения успеха в любом деле. Исключите всякие альтернативы. Важно до конца оставаться верным своим решениям. Если вы запланировали проснуться в 6 утра и доработать проект, сделайте это обязательно. Конечно, есть альтернатива поспать подольше и доделать начатое когда-нибудь потом, но если при любом удобном случае вы готовы сделать себе поблажку, о каком успехе можно говорить? Не позволяйте никому сбить вас с курса. На пути к цели вам встретится много недоброжелателей, которые будут вас критиковать и высмеивать. Помните, что большинство из них – завистники или дилетанты. У завистников обычно не получается чего-то добиться в своей жизни, а дилетанты плохо разбираются в вашей работе и считают нужным ее покритиковать. Если вы понимаете, что чужое мнение может посеять в душе сомнения, бросайте свое дело прямо сейчас. Завистники и дилетанты добьются своего рано или поздно. А если на чужое мнение вам наплевать, смело двигайтесь вперед и помните, что победа вас ждет в конце этого пути. Не сомневайтесь в себе. Если решения были приняты обдуманно, не сомневайтесь в них никогда. Прошлое не вернуть и не исправить. А если внутри будут появляться сомнения, все силы и время уйдут на борьбу с самим собой. Если вы хотите стать успешным, научитесь мыслить позитивно, с оптимизмом, смотреть на проблемы и делать выводы из самых негативных жизненных ситуаций. Всегда действуйте и никогда не унывайте. Не позволяйте никому вас заставить сомневаться в себе. Вставайте рано и встречайте новый день с улыбкой. И тогда успех придет даже раньше, чем вы его ждете. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Поставьте лайк этому выпуску, дайте огня в комментариях. Ведь я уверен, на этом канале собрались самые заряженные, самые успешные, самые сильные и самые продуктивные люди. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч!